путешествие по Китаю, вы встретите очень много интересных приколов, замечательных вещей. Вот, например, один из них. В нашем автобусе, так как мы целыми днями куда-то едем, некогда даже остановиться. И чтобы не выбрасывать бутылки, все туристы, может быть, и несколько групп до нас, сбрасывали бутылки за заднее сиденье. В итоге получилась вот такая смешная картинка. Прекрасный гид по Китаю, который рассказал нам очень много интересной информации. И кроме того, эта информация была подана так позитивно, что вся наша группа очень в восторге. Есть такой знаменитый мультик «Маша и Медведь». Но так как наша Маша китайская Маша, поэтому мы нашей группе хотим подарить китайского медведя. Вот это и называется «Маша и Медведь» по-китайски. Маша, спасибо за классную экскурсию. Я три за. Ну скажи. Кто хулиган? Тебе хулиган.